Понедельник, вторник, среду и четверг, и далее аж до, по-моему, конца марта. Я очень верю и надеюсь, что вы проведете свой вечер, начиная с 8 часов около прекрасного устройства под названием телевизор с нашим самым замечательным каналом СТС. Я рад, что вы все собрались, и рад представить вам двух актеров этого прекрасного проекта, команда «Б». Михаила Тарабукина и Яна Цыпника. Главное, это склоняем к родителям, там, нормально. Не обижайтесь. У меня все проще. Яна Цыпник. Да, собственно говоря. Тарабукина. Да, Тарабукина, конечно. Ну вот, и все. И мы бом. Ну и, в общем, я думаю, что пару слов друзья и коллеги скажут по поводу... А еще и каждый, да, он и так орал. А я вообще могу включать всегда. Да. Встроенный, понял. Объем легких большой. Бывает иногда. Ну и на самом деле, давайте вы расскажите, почему он так называется, наверное, от себя. И про своих героев буквально пару слов. И дальше мы начнем смотреть прекрасный сериал. Так это до вторника будет. Да. Вторник сегодня, до среды будет это идти. Дайте яды. Приятного просмотра, я покидаю слово. Спасибо. Я повторю. Какая? Что это мы тут? Я повторю шутку, сказанную в Москве. Я не готовлю здесь. Вот. А жаль. Тут готовят... Ну, пошли. Тут готовят... Ты на меня не смотри. Тут готовят Ян Юрьевич. Я это не читал уже. Нет, ты готовишь ты тут, нас. Ну да. Ты нас готовишь. Я никого тут не готовлю. Ничего. Какую я готовлю команду? Есть версия, что этот сериал называется, что команда «Б», а тут многоточие должно после буквы «Б» быть. Но это как бы цензура. Это не точно. Короче. Сейчас мы немножко подзабыли, на самом деле, то, что там было, потому что снимали полгода назад практически. Но в Москве немножко вспомнили. Тоже с Баталовым нас пытали. Он командир команды «Б», а я команда «А». И мы как-то перепутали, и долго выясняли, кто есть кто. Но, тем не менее, как ветераны сцены. Оба командира. Да, оба командира, да. Хорошо. И Баталов летал в космос, и я там летал по сценарию. В общем, честно, не знаем, что получилось, если что, актеры не виноваты. Но, вы знаете, это тот редкий проект, надеюсь, все, конечно, будет нормально, но это тот редкий проект, когда сам процесс был намного важнее, чем результат, потому что снимали в настоящем центре подготовки космонавтов, все облазили, все потрогали, все пощупали, кое-кто даже во время обеда вместо обеда бегал, пытался состыковать корабль, несколько раз разбивался, в общем, все перетрогали. А когда снимали в Орловке, там это маленький аэродромчик, там полетали на разных самолетиках, в общем, нас полдня не могли собрать группу. Этот туда улетел, этот с другими на параплане туда улетел, в общем, это было здорово. Все перетрогал. Я Самбурскую перетрогал, ну как бы. Добавлю просто. Самая была большая шутка, когда Настя занялась очень сильно здоровьем и спортом и стала выпивать обогащенный водородом воду. Каждый раз, когда мы курили, говорит, Настя, это я, ты сейчас запьешься. По бару, естественно, что так уж и дорогая. Выпивала? Она выпивала и запивала водой. Обогащенную водородом воду. Очень дорогой. Обогащает людей водородом, а компанию деньгами, знаете, которые продают. С кислотой, оно... Кого чем. Да. И, в общем, о чем мы хотели сказать-то? Что все потрогали. Она не взорвалась. Вы все поняли. Она бухала воду. Она стала выпивать воду, обогащенную водородом. У нас же не хватает водорода. Если и дальше водородом обогащенным. Если и дальше обогащать водородом, то, конечно, может быть и... Да, мы подставили все равно, мы поняли. Так что, вы знаете, ну... Вот я от себя хочу добавить, что, честно, я уже не так... молод, как, может быть, веду себя, да? Как я. Когда, знаете, когда, какую, да, как Ян Юрьевич. Значит, когда включаешь какой-то, да, уже вот проект известных каналов, которые у нас, которых у нас всего там 5-6, я обчелся, да, и видишь, когда, например, вот 20-летние подростки, а чё, короче, это самое, сразу раз так переключил, да, и наоборот, когда включаешь там Россию, а там, я люблю тебя, а я тебя... И тоже переключил. Здесь кино это математика. Ну, это как все в одни ворота, в продюсерские, но кино это математика. И здесь очень такой манкий состав, потому что это для всех, так сказать, вот этот зоопарк наш, для всех зрителей, да.
Вот этот сектор, который, так сказать, вот все знают, да. Вот 9 миллионов 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, ни хрен собаки, да, грубо говоря. Опять же, вот эта девочка красивая, да, опять же, звезда Первого и канала России, там, все тетеньки плачут, нарезая оливье. Вот альфа-самец, парень красивый, с челюстью большой тоже, опять, все подростки там смотрят. Ну и вот летает человек, который снимался в сериале, который все смотрели, молодой парень, который сейчас еще всем даст жару на там и ТНТ, и СТС. Ян Юрьевич, здесь нету. Ты как, тебя готовят под это самое, ну, не, понимаешь? Просто, честно, как бюст из красной ртути во время жары распухает, но это не важно. Дело в том, что я никогда так серьезно не относился, как Михаил. Я сейчас слушал, мне страшно. Я никогда не задумывался ни насчет математики, отработали и убежали. Это тоже математика. В общем, ребята, мы так можем говорить часами и долго. До вторника. Да, но у нас сейчас поезд, съемки в Москве. Простите, не останемся с вами, а может быть оно и к лучшему. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но не относитесь слишком строго, это первые две серии. В общем, желаю вам получить положительный заряд, который мы получали в процессе данного, так сказать, проекта. Ну и, как говорится, ну что там, поехали, счастливого просмотра. И все приходите, когда у вас есть свободное время, в ресторан Териберка к Рустаму Тангирову. Это самая лучшая в мире еда. Пингалет и самарбург. Тебя нет, ты так. По сарафану, по старинке. Работает, однако, да. В общем, оставляю Михаила, потому что мне уже на поезд. Удачи. Спасибо. Удачи вам, счастливо. Спасибо. Я сейчас 5 минут с вами чуть-чуть. Давай, буквально. Не знаю, да нет, перестань, присядь. 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 Сейчас, я сейчас пойду. Что вы себе позвали? Нормально.